Всем привет! Меня зовут Зинулька Гасанова. Что вам хочу сказать, мои хорошие, по поводу драк петухов и какие могут быть последствия? В итоге, если вам ваши петухи дороги, чтобы нежелательно ваша птица пострадала в дальнейшем, вот смотрите на глаз. Вот когда дрались, вот пострадал глаз. Если внимание на этот глаз не обратить, то петух просто реально ослепнет. Начнет вокруг глаз гноиться, и он ослепнет. Даже вот клюв еще поврежден вот тут сбоку. Для этого у меня есть цитрациклиновая мазь глазная. Я всегда ее покупаю в человеческой аптеке. И она у меня как бы в запасе есть. Беру петуха, вот мажу глаз. Ну, конечно, они будут дрыкаться, будут. Им это, естественно, могут не понравиться. Глаз такой теплый, такое чувство. Если ничем не мазать, то в дальнейшем может быть воспаление пойти. И петух пострадает. Я бы вам не посоветовала позволять домашним петухам драться. Все-таки они же не породистые, то есть не бойцовые петухи, на которых для них, видимо, какой-то есть инстинкт, что они дерутся и не страдают. Ну, хотя для них это тоже не может быть. Вот я буду теперь не каждый день, так через день мазать этим мазем. И в дальнейшем мой петух будет здоровый. И, естественно, я не позволю им больше драться. Так что вот, удачи вам!